Əziz uşaqlar, mənim adım Vadim müəllimdir. Bu gündən etibarən mən sizlərə əsl Azərbaycan tarixindən danışaram, daha Əliyevin sizlərə sındığı saxta tarixdən yox. Əlbəttə bunu rus dilində edərəm ki, siz hamınız məni başa düşə biləsiniz. Но для начала хочу поздравить всех с началом учебного года очередного человек учится с самого рождения, так сказать, с интронатального периода, когда малыш начинает самостоятельно дышать, адаптироваться к суше и свету. Дальше за дело берутся врачи, родители, воспитатели, школа, вузы. И вся дальнейшая жизнь. Человек учится всегда, учится у других, учится на своих ошибках и на ошибках других. Ведь мы все существа социальные, и нам приходится сталкиваться с другими личностями, которые делятся с нами своим опытом, образованием, знаниями. Но важно помнить, что опыт и образование других может быть политизирован и пойти во вред всем тем, кому передаются эти знания, перерастающие в псевдознание. К сожалению, дети наиболее уязвимы. Об этом знают недобросовестные взрослые и пользуются моментом. Поэтому, ребята, все что я буду говорить вы можете э, сверить с независимыми источниками авторами которых являются ученые с мировым именем из разных стран не азербайджана просто ставьте галочку а потом проверяйте прав ли я или все же тоже хочу наврать вам в три короба, как это делают авторы ваших учебников, составленные по заказу Министерства образования Азербайджанской Республики. И не потому, что в Азербайджане ученые плохие. Нет, отнюдь. Просто в любых тоталитарных странах ученым приходится работать под давлением властей. А азербайджанские власти имущие являются одним из главных основ тоталитарного режима в стране. Итак, начнем со всеобщей истории за шестой класс учебника, по которому вы учитесь в школе. Из выпуска, выпуск я часто буду возвращаться к вашим учебникам и их главам. Напомню еще, чтобы вы проверяли, гуглили все, о чем я буду говорить, и опровергать писанное в ваших учебниках. Чтобы не утомлять вас, буду делать это не сразу и по определенным главам, разбивая на несколько выпусков. Сегодня, через неделю, через две недели и так далее. Мы будем встречаться и дальше продолжать э, фальсификации в ваших учебниках раскрывать. Я вам буду их показывать. Итак, открываем всеобщую историю 6 класс учебника для школ Азербайджана. Читаем в главе 5 древние шумеры. Природа и население Месопотамии. В древние времена равнина, расположенная между реками Тигр и Ефрат, называлась Месопотамией. В переводе с греческого «месопотамия» означает «междуречие». На этой территории земли отличались плодородием. В VII-VI тысячелетиях до нашей эры тюркоязычные шумеры переселились на эти земли из Центральной Азии и предгорий Алтая. В первой части, конечно же, это правда. Правда и то, что между Тигром и Ефратом, правда и то, что из греческого «мезус» – это «между» и «палтанус» – «река». Кстати говоря, как и Меваранахар, область, которую арабы называли «междуречием» в Центральной Азии, между реками Амударья – Джейхун и Сардарья – Сейхун. Мевр – между, а Нагар – река. Но неправда то, что шумеры были тюркоязычными. В ту эпоху в регионе не было никаких тюркоязычных. И уж греки тем более о них не знали. И нигде нет никаких источников, что шумеры были тюркоязычными. Напротив, Читаем во всех словарях и справочниках, что этногенез шумер никем и нигде не расшифрован, как и язык шумер. Долгое время считали, что они семиты, но и эта версия оказалась провальной. Основных версий было три – семитская, индоевропейская и дровицкая. Но никакая из версий не доказана. Клинописи остались клинописью, Язык умер, и определить происхождение и язык шумер остается загадкой для мировой науки. Почему в азербайджанских учебниках смело записали шумер в тюрок? Чтобы намекнуть, что азербайджанцы это потомки шумер. Ведь кроме азербайджанцев, по сути, и части туркоман, ближе к Ираку современному, нет тюрок. А Турция особо не беспокоится, что их предки выходцы из Центральной Азии и не придает значения шумерам. Получается, азербайджанские горе-академики заимствовали то, что плохо лежит – шумерологию. К тому же самих шумер нет в живых и можно заниматься мародерством. Еще одна причина, почему азербайджанские академики могли наложить лапу на шумер, это язык шумер, который доказан, что он был аглюнативный, как азербайджанский, как и все тюркские языки. Но азербайджанские лингвисты, видимо, забыли или не знали, что аглюнативными являются не только тюркские языки, но и монгольские, уграфинские языки, грузинские и наско-дагестанские языки. Также абхазо-адыгские и дравидские. Даже баскский язык тоже из разряда аглюнативных. Неужели кому-то придет в голову из, этого, из этой всей кучи назвать, например, язык басков или абхазов тюрками? Вот такая глубокая ошибка выявлена в учебнике для азербайджанских детей. Далее, восьмая глава «Ассирийское государство» на 42-й странице читаем э, верную информацию об Ассирии, что и во всех учебниках мира только местами здесь уже вкраплены термины «Азербайджан». А Сирия, в особенности в период правления Саргона II, неоднократно совершала военные походы на территорию древнего Манейского государства, образовавшего на южных землях Азербайджана. Но Манна не была полностью подчинена Ассирии. Ассирия также была в основном союзником Манейского государства против государства Урарту. Следы ассирийской культуры прослеживаются и на территории Азербайджана. Обнаруженные в Нахчеване крепости ассирийского типа, найденные в Гарабаге ассирийский глазурованный сосуд и бусина с написанным на ней именем ассирийского царя Ададнирари, свидетельствуют об Азербайджана ассирийских связях. В эпоху существования Ассирии не было никакого Азербайджана, повторюсь. Ни в качестве Иранской области, ни тем более нынешней закавказской страны, где вы живете. Нет источников письменных и иероглифических, устных, нет карт, которые бы подтверждали, что в ту эпоху существовал некий Азербайджан и была у Азербайджана какая-либо связь с Ассирией. Если вы, ребятки, найдете такой источник или карту, то я извинюсь перед вами, а этот канал антитопор сразу же закрою. Даю честное слово человека, мужчины и Малима. Ну, а что же э, делают ассирийские следы в сегодняшнем Азербайджане, справедливо спросите вы. Все очень просто. Обратимся к древнегреческому историку, о котором также написано в вашем учебнике, Геродоту, жившему около 484 года до нашей эры и около 425 года до нашей эры, которого Цицерон называл отцом истории. В знаменитой работе Геродота «История» в 194 цитате сказано следующее – в Армении, которая лежит выше Ассирии, вавилоняне нарезают ивовые прутья для остого корабля. Снаружи обтягивают плотными шкурами наподобие днища корабля. Они не расширяют кормовой части судна и не заостряют носа, но делают судно круглым, как щит. Затем набивают все судно соломой и, нагрузив, пускают плыть вниз по течению. Перевозят они вниз по реке главным образом глиняные сосуды с финикийским вином. Управляют судном с помощью двух рулевых весел, которыми стоя загребают двое людей. Один из них при этом тянет судно веслом к себе, а другой отталкивается. Такие суда строят очень большого размера и поменьше. Самые большие вмещают до 5000 талантов груза. На каждом судне находится живой осел, и на больших несколько. По прибытии в Вавилон купцы распродают свой товар, а затем с публичных торгов сбывают и остов судна, и всю солому. А шкуры потом навьючивают на ослов и возвращаются в Армению. Вверх по реке ведь из-за быстрого течения плыть совершенно невозможно. Поэтому и суда строят не из дерева, а из шкур. Когда же купцы на своих ослах прибывают в Армению, то строят новые суда таким же способом. Таковы у них речные суда. Как видите, Ассирия не имела тесные связи с Азербайджаном, как вам подают, но с Арменией. Современные Карабах и Нахичевань были неотъемлемой частью Армении. Поэтому по всему армянскому Нагорью от Куры до Каппадокии остались следы Ассирии. Геродот много раз писал в своей истории об Армении, но ни строчки не написал об Азербайджане, которого быть тогда не могло. Пожалуйста, найдите историю Геродота и ознакомьтесь, Геродот Меолим был бы только рад. Почему азербайджанские академики приплели сюда Азербайджан? Ответ тот же, что и с шумерами, намекнуть на свою древность, ибо испытывают комплексы молодости нации. Вы, ребята, не должны испытывать подобные комплексы, по той причине, что на Земле масса народов молодых и весьма успешных. А есть нация, которая и вовсе моложе вашей азербайджанской на 50 лет. Это люксембуржцы. И они не только не комплексуют, но и живут в десятки раз лучше, чем в Азербайджане. Уровень жизни и зарплат люксембуржцев огромный в сравнении с зарплатами ваших родителей. И это потому, что лидер Люксембурга, где нет нефти, заботится о гражданах. А лидер Азербайджана, где есть нефть, заботится только о себе и себе приближенных, которые вам и пишут такие учебники. Далее 11 глава ⁇ Парфянское государство. Здесь не только искажение фактов, но и подделка карт исторических. Читаем. На протяжении всего времени своего существования парфянское государство поддерживало политические, экономические и культурные связи с древнеазербайджанскими государствами Атропатены и Албании. Эти государства вместе с Парфией вели совместную борьбу против римских завоевателей. Итак, Парфия воевала с Римом. Это так. И главными действующими лицами были Крас, Сула, Митридат Евпатор, Лукул, Помпей и царь Великой Армении Тигран II, зять Митридата, царя Понта. О нем, разумеется, в вашем учебнике ничего не говорится. А он один из главных действующих лиц. В книге русского историка и литературного критика конца XIX-начала XX века Александра Амфитеатрова Армения и Рим Царство Зверя написано следующее: Роль Армении в окончательной войне была громадна. Вспомним, что предпринимая ее, Митридат прежде всего заключил еще более тесный союз с царем армянским Тиграном и взял с него обещание послать вспомогательное войско в Переднюю Азию, с тем, что вся завоеванная земля там достанется в собственность Митридату, а вся движимая добыча Тиграну. Не кажется ли вам, что как-то скупо не писать о Великой Армении и Тигране в этом отрезке истории, но при этом писать о мифических древнеазербайджанских государствах Албании и Атропатении, которые, первое, никак не участвовали в войне с Римом, второе, были подчинены Армении? И, наконец, третье, можно сказать, вовсе не упоминаются в мировой истории как ареной борьбы между Римом и Парфией. Из каких источников взято, что Албания и Парфия были древнеазербайджанскими государствами? Такого нигде не написано, что Албания была древнеазербайджанским государством. Даже в фальшивой карте, представленной в учебнике, стерта Армения. Обратите внимание, ее здесь нет. Это та карта, которая в вашем учебнике. Но нарисованы при этом Албания и Атропатена. Но никак не древнеазербайджанские государства. К ним мы еще вернемся в последующих наших разборках, в ваших учебниках. А пока хотелось бы показать вам подлинную карту этого же периода. Вот карта из азербайджанского учебника 1-3 веков до нашей эры. Запомните ее еще раз, я вам показываю, так как больше ни в каких других источниках вы ее не увидите, кроме как в азербайджанских. Теперь внимание. Вот настоящая карта этой же эпохи. И Атропатена, и Албания не являются независимыми, в отличие от соседней Армении, и даже не имеют общей границы. Между ними Армения Тиграна II, ее историческая часть без завоеваний. Можем заглянуть и на другие карты, независимые, иностранные, и мы также увидим, что ничего не меняется на картах. Эпоха одна, распределение государств первого по 3 века до нашей эры все те же. А когда побываете в Риме, в столице Италии, там на стенах вокруг Колизея увидите эти же карты Римской империи, соседствующие с Арменией той эпохи. Так что карта ваша фальшивая, как и многие другие, о которых мы еще поговорим в предстоящих уроках по фальсификациям в учебниках для азербайджанских школ. Сегодня мы обсудили вторую главу учебника «Всеобщая история». Следующий урок через неделю обсудим этот же ваш учебник, но третью главу. А по внеклассному домашнему заданию я бы вам предложил армянских историографов в древности и средневековья Агатангелуса, Мовсеса Хоренаци, Абраама Ванакана, Анании Шракаци и других. Но намеренно не предлагаю, чтобы ваши учителя не акцентировали внимание на их армянскую национальность. Хотя, когда народы Кавказа и Закавказья обращаются к своей истории, им ничего не остается делать, как обращаться именно к армянским историкам древности, так как армянские источники самые ранние из народов региона. Так вот, из всего сказанного сегодня предлагаю для внеклассного чтения независимым авторам, к которым я сегодня обращался. Это самая ранняя книга истории древнегреческого историка Геродота. Она так и называется – «История». Далее предлагаю раннюю книгу по географии – Опять же, древнегреческого географа Страбона и его книгу ⁇ География ⁇ Также я упоминал сегодня энциклопедический словарь ⁇ Братьев ⁇ Гранат ⁇ один из крупнейших дореволюционных русских универсальных энциклопедий. Также книга французского историка и ученого 19 века Жака де Моргана. История армянского народа. Доблестные потомки великого Ноя. Она была переведена на русский язык только лишь в прошлом году. Ну и книгу анфитеатрова Армения и Рим в царстве зверя. Также можно посмотреть мировую классику 1964 года режиссера Энтони Манна. Падение Римской империи. Софи Лорен. Кристофером Пламером и Амаром Шарифом. Впрочем, можете обратиться к любым другим источникам, не азербайджанским, чтобы проверить наш сегодняшний урок на подлинность. Заодно больше узнаете о нашем с вами регионе, о картах исторических. Ну а на сегодня урок окончен. Хошчагалан Шалар Продолжим на будущей неделе. А взрослых э, хочу попросить, пользуясь моментом, подписаться на канал э, в YouTube Александра Лапшина. Канал называется «Пуэрто». Там много интересного для любой аудитории. Во всяком случае, я рекомендую.